Друзья, и снова у нас касается проблемы тем, как мы пользуемся HD Video Box. То есть у нас возникли проблемы с воспроизведением, то есть отображением интерфейса и так далее. Сегодня я вам покажу, как это исправить, как пользоваться. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneyback. Сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращают деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договора оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Видите, друзья, то есть какие у нас моменты стукнули. В 2021 году мы столкнулись с тем, что не было воспроизведения, нашли зеркала и использовали. Сейчас почти то же самое произошло. Есть некоторые нюансы, я вам все в принципе покажу, продемонстрирую, как выйти с этой ситуации. Давайте мы с вами перейдем в само приложение, и я в принципе покажу, как работает данное отображение здесь все. То есть, чтобы не было никаких вопросов, ничего у вас не возникало, и понимали. То есть, как видите, у нас здесь ничего не отображается, нету никаких постеров на фильмы, сериалы или что-либо. То есть даже когда вы зайдете в закладки, здесь некоторые из них у вас прогрузится, то что вы чаще всего смотрите. Но в основном экране, в новинках вы такого не увидите. Почему? Да потому что это все из-за тех же самых блокировок. Я расскажу, как вам это все в принципе исправить. Переходите в настройки, как видели, вы перешли, переходите в блокировки. И вот ваше зеркало нарезку и Fill Mix. Вы здесь должны ввести именно то, что вы здесь сейчас видите. То, что я вам прописал вот большими буквами, что вы можете заметить. Это то зеркало, которое поможет вам просматривать фильмы. Есть альтернативы, точно так же я закрепил в описании и в закрепленном комментарии. То есть, когда мы переходим на главный экран и выберем какой-то из фильмов, у вас появится кое-какая информация. То есть, когда вы перейдете в сезоны, здесь все, выйдете обратно, у вас будет выбор. То есть, у вас будут стандартные серии. То есть, это то, что вы сможете просматривать. Если у вас будет какая-либо другая перечень, вы будете переходить на сайт, вы просто-попросту не сможете ничего смотреть. То есть, когда вы выбираете смотреть видео, вы выбираете в едином формате, и вы это будете смотреть. Вот. То есть, никаких затруднений, в принципе, здесь нет. То же самое вы и, в принципе, делаете с фильмами. Вот. То, что касаемо фильмов, вы, если захотите перейти смотреть фильм, вас будет перекидывать на вот такое вот окошко, и, по сути, ничего вы не сможете. У вас вариант просмотра это в формате HQ и LQ. То есть, в HQ это будет лучший формат в максимальном разрешении, а остальное это будет более худший формат, но тоже смотрибельно, в принципе. Вот сами сейчас посмотрите, прогрузится, все работает, все отлично. Точно то же самое вы можете смотреть в этом формате LQ. Если вам не принципиально, по крайней мере, вы можете скачать чуть-чуть качество хуже. Но это все работает. Опять же, напоминаю, вы заходите в настроечки, блокировка, и вот здесь вот это зеркало конкретно. Вот попытаться обойти блок видео, это обязательно активируйте. DNS, HTTPS это не обязательно, но поставьте. И обход блокировки, все. Зеркало вот здесь вот пропишите то, что я вам указывал. Точно так же, в принципе, и здесь все. Все полезные данные будут в закрепленном комментарии в описании под видео. Смотрите, причина в чем? Вам нужно просто поиграться с зеркалами, введете это все то, как я вам объяснил. Это настройки, переходите в блокировку. Дальше вы уже, в принципе, играете с HD резкой и кинопоиском. Там вводите необходимые зеркала. Все эти данные будут закреплены в описании видео и в закрепленном комментарии под видео точно так же. Те 4 основные я выложил, которые, в принципе, есть у меня, я вводил. И все альтернативные вы можете точно так же найти в описании и в закрепленном комментарии. Будут вопросы, обращайтесь. Точно так же я закрепил ссылку на новую версию уже 22 года, в январе месяце вот выпустили приложение обновленное, точно можете так само перейти, скачать и попользоваться, и написать свое мнение, работает ли оно, что сработало, приложение или же зеркала. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, дальше больше, скоро увидимся.